В регионе построят новый объект культуры, который заметно украсит облик нашего города. Называться он будет «Зал славы» и расположится на территории реконструированного парка «Жингис». Сдадут его в эксплуатацию в следующем году. Преображенный парк сегодня доставляет немалое эстетическое удовольствие горожанам и гостям Тараза, а также способствует патриотическому воспитанию молодого поколения. Теперь здесь планируют возвести «Зал славы». По словам специалистов, необходимые денежные средства уже выделены. Сейчас подготавливается проектно-сметная документация. Здание будет двухэтажным. На первом расположатся административные офисы, а весь второй этаж предназначен для центра Бауржан-Тану. Здесь установят не только экспонаты, заработает еще и научно-исследовательский центр. Планируется, что здание длиной 52 метра станет украшением нашего города. Завершить строительство планируют к 9 мая 2019 года.